Как, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатипалитра акварельная. Ой-ой-ой-ой, это вот вообще комплимент, это самый лучший в моей жизни был. Я же ведь вообще люблю краски рисовать, и вообще я такая художница. И сегодня мы находимся там, где девочки вообще не используют косметику. Они используют фломастеры, карандаши и краски. Ну то есть губы не помада, я красным фломастером себе красил. Сегодня мы находимся там, где дети в школу носят не тетрадки и ручки, а кисточки и холсты. И сегодня мы находимся в самом культурном, воспитанном и творческом городе на всей планете. Здесь никто никогда не матерится и никто никогда не видел ни одного гопника у себя на районе. Слушай, ну я сразу узнала этот город. Это же старый Оскол. Мы сюда с классом на экскурсию в картинную галерею ездили. Там действительно, вот куда ни глянь, везде художник стоит. Вот как раз таки на районе реально вместо гопника там художники сидят, поэты всякие. Ну, в основном художники. Любят они краски, носят за собой холсты, висят измазанные постоянно, и я тоже. Стоп! Нет! У меня есть одна знакомая в старом Осколе. И она мне совершенно другое рассказывала. Там нет ни одной картинной галереи, музея, там везде гопники. Вот когда, но сейчас ты меня точно обманываешь. Какая знакомая? Рассказывай. Подожди. Что подожди? Рассказывай. Стань на место, стань туда. Валька ее зовут, а чё? Побоялся бы при живой-то девушке. Да в смысле, если знакомая, это не значит, что там что-то другое, просто знакомая. Это твоя бывшая. Ну, бывшая, да. Нормально, да, ребят, сейчас происходит ситуация вообще? Ну, она мне... Погнали. Кать! Отстань от меня. Сюда подойди, я уже там кое-что нашел. Кого ты там нашел? Мне вообще уже не интересно ничего. Деревню нашел, она вот она прям у нас за спиной там находится. Там честно, прям какое-то очень странное здание вот там огромное. Подойди сюда, пожалуйста. То есть деревня не наверху, не под землей, не сбоку, а просто обычная деревня? Вот я об этом же. Что-то последние несколько... А меня-то за что ты ударила? Я говорю... За Вальку. Последние несколько серий мы реально деревню в воздухе находили, под землей находили, еще где-то находили. А сейчас обычная, нормальная деревня стоит посередине леса. Ну вот это прям нонсенс. Пошли скорее в нее посмотрим, что там. Давай. Не успели мы зайти в Майнкрафт, как бог Майнкрафта нам сказал то, что сегодня мы находимся в самом культурном, воспитанном и порядочном городе на всей планете. Так это что получается? Нам сегодня тогда даже бояться не надо. Смотри, полицейские просто гуляют и контролируют весь город. Ну, здесь реально безопасно. Вот и еще и не зря меня бог Майнкрафта назвал Екатипалитрой. Я вообще люблю рисовать. Тут и вон краски лежат. Ну все для меня. Остаемся тут, короче. Ну тогда я тебе предлагаю сразу же отправиться по домам и посмотреть, что там находится в сундуках. Только как ты думаешь, а нас в тюрягу-то не посадят, если это самый культурный город, а мы сейчас сюда пришли и начинаем все воровать, а? Да нормально все, как обычно, что ли? Первый раз будто в Майнкрафт но заходим. Так, ладно, ты вот сюда запенюхивайся, вот в этот дом, вот в этот. А я пойду чуть-чуть дальше и посмотрю, что находится вот здесь. Слушай, Кать, здесь на каждом доме висит как минимум хотя бы одна картина. Ой, слушай, в этом доме аж целых 4 картины, валяются краски, и тут 3 холста. Ну все, я их забираю себе, мы будем что-нибудь рисовать с тобой сегодня на закате. Слушай, а я какое-то полотно нашел, 4 штуки. Ну так это и есть холст. А, ну вот, тогда иди сюда. Смотри, я тоже какой-то нашел. Вот, квадратный, вот, забирай. Ну зачем у меня и так уже их 3, мы с тобой столько в жизни не... А, у тебя квадратный, а у меня прямоугольный. А, ну вот видишь, разница же все же есть. Так, ты в этот дом заходи, ближайший, а я пойду вот сюда. И, возможно, здесь тоже кое-что найду. Здесь тоже сундук, а в сундуке у нас... О, я уже одного художника встретила, правда, он убежал куда-то. Костная мука и голубые красители. Так, ну красители это уже хорошо, а то, что они голубые, не очень. Ну ладно, все равно бери. Так, ты в этом доме была? Вот здесь была? Здесь... А так ты в этом доме не была, я сказал в этот дом зайти, Кать! Да какая разница, в какие дома заходить? Я вот еще полотна нашла. Так, я вообще в другой стороне нахожусь, сюда иди!
Эти полицейские меня с толку сбивают, мне очень страшно. Еще голубые красители и черные красители. А можно фиолетовые, пожалуйста? Ну где-то они точно должны быть. Я тебе говорю, они сейчас. Я там был уже в этом доме, иди сюда! Так, в эти дома, иди смотри, что здесь внутри, а я пойду тогда вот в эту мини-крепость. Мне кажется, то, что здесь будет что-то прям очень полезное. Так, ну-ка, вот что ты там ходишь один без меня? Смотри, бирюзовые красители. Бирюзовые, там бирюзовые здесь. Ты чё? Тут пустой сундук на втором этаже, здесь ничего как не было, пустой. Так, а на третьем этаже у нас что находится? На третьем... Ты чё-то там нашёл, да? Нашёл! Шо? Палитру! Две штуки! Иди сюда на крышу, забирайся! О, забирай скорее, будем реально сегодня с тобой это устроим романтик, будем закат рисовать. Давай, забирай! И как я понимаю, вот это... Ну и зачем ты кокнулась? Это ты меня толкнул. Забирай давай палитру и спускайся вниз. Так, держи, лови одну. Вот так вот. Вот, держи, и я забираю вторую. Как я понимаю, потом вот эти вот красители надо будет запихнуть в палитру, и мы начнем рисовать вот этими цветами, а? Я поняла. Мы будем сегодня учиться рисовать. Нас бог Майнкрафта в школу художества отправил. Ну тогда надо найти все цвета, вот все, которые здесь существуют в этом городе. Вот это, цветы тоже собираются, так же тоже как бы красители есть. Давай быстро! А я тут историю одну вспомнила. Хочешь, расскажу? Господи, мать моя женщина. Это у вас это, сходка художников, да, сегодня? Кого обсуждаете? Так, просто забираем оранжевые красители, еще одно полотно и валим отсюда. Ну чё, куда ты пихаешься-то, а? Я тоже художница, я тоже хочу быть в центре событий. Ну так они обсуждают современное искусство, а ты до современного искусства так далеко, как... Пошли давай. Историю-то можно тебе расскажу, король? Мистер Крипер! Ты чё его успела Да как? Почему он... Я дверь закрыл! Почему он возле тебя не взорвался? Ты же рядом с ним стояла! Он посмотрел на меня, он уже шипел, потом он остановился шипеть, я отбежала, а потом он снова взорвался. Историю расскажи уже, пожалуйста! О, наконец-то ты хочешь мои истории слушать. Короче, на самом деле, после 9 класса я хотела поступать в художественное училище. Ну, чтоб прям уже совсем основательно основаться. Ну вот, но я не сдала вступительные экзамены. Точнее, я сдала, но не сдала. Ну, как бы там наполовину. Ну, короче, там на самом деле не очень. Вот. Но я умела рисовать, да. Умела рисовать. Правда, ну, да, там пару баллов не хватило, не поступила. И пошла в 10-11 класс. Вот такая вот история. Прикольно, да? И все! А чё ты ожидал трэша какого-то? Ну так ты всегда рассказываешь, там кто-то обосрался там, посередине урока или ещё чё-то. А, ну так если Васька-то он краску съел потом, это самое, ну это не надо рассказывать. Ну если не надо, тогда хорошо. Слушай, а вот у тебя не сложился вопрос, что вот такой вот дом с камерами, с заграждением, с полицейскими машинами сделает просто в обычной деревне? Ты где, кстати? А ты где? А какой дом вообще? Ты о чем? Самый огромный дом в городе! На него вот беги и все! А, вот этот сейчас, погоди. А, ты прав, вот этот вот. Ну так давай, двери открываем, проходим. Чё, как это не у себя дома как будто. Еще ты думаешь, шлагбаум здесь стоит просто для красоты получается, да? Шлагбаум вообще нужен, чтобы автомобили не проезжали просто так. А мы с тобой люди, пойдем. Вон, там охранник стоит, пойдем. Ладно. Пошли, ну тогда давай спросим, что здесь находится, вдруг здесь кто-то живет. Здравствуйте. Так, стоп. Чё? Ничего, я просто спросить. А, молодой человек, что у вас здесь находится? Мы вот хотим пройти, мы к вам в гости пришли, если что, мы не злые. Здесь картинная галерея, вход строго по билетам. У тебя есть билет? У меня нет билета, это надо было, наверное, заранее покупать. А, ну логично все на самом деле. Если это город художников, значит в городе есть своя картинная галерея. Да. Эх, жалко, я так хотела попасть в картинную галерею. Ну ладно, пойдем тогда, раз у нас билетов нет. Так, ты подожди. Это самое.
Может, билетов-то у нас нет, но в предыдущей серии Minecraft Но, вот которая вот здесь, если вдруг ты это там никто не видел, мы в этой серии... Кать, иди сюда. Мы же в этой серии дофигища алмазов и дофигища изумрудов надыбали. А если мы, молодой человек, вам, допустим, 3 алмаза дадим на лапу, может, вы нас пропустите? По быстролярику никто этого не заметит. Мало. Ну да, еще ему. Так, ладно, еще 4. Давайте, еще и 4 изумруда. Все, вот так, давай. Мало! Да у тебя харя не треснет, я не могу понять. Ладно, на, вот так держи. И на еще тебе там 10 изумрудов. Куда разогнался? Да, ты подожди. Если ты хочешь пойти посмотреть на картины, значит, надо ему заплатить. Все, пустишь? Да куда мало? Да в смысле? Ладно, все изумруды и все алмазы, все, у меня больше ничего нет. Неужели? Заходи давай, Кать. Дверь мне открой, блин. С таким успехом мы могли пойти и купить эти билеты. Ёпперсеты. Так, слушай, эти билеты, наверное, давным-давно уже закончились. Так, мы просто смотрим. Так это ж самые знаменитые картины мира. Вот и я об этом же. Тебе было жалко всего лишь какие-то полстака изумрудов и полстака алмазов. Смотри, это Лиска, Мона, которая. Так и ага. Есть, так и Леонардо да Винчи, я это знаю. А это вот Адам, сотворение Адама, смотри, Микеланджело. Господи, мать моя женщина, чего у вас так много-то здесь стало? Так, кто это? Микеланджело, сотворение Адама. А, Черепашка-ниндзя, знаю, это Микеланджело, Рафаэль есть, Донателло. Так, а это кто? Вот ты должен знать, кто это. Как, где? Вот это вот, каракозябра, вот это вот, ты должен знать. Это, Микеланджело? Так Микеланджело только что был. А, ну тогда этот сам, как его там звали? На П. Пи. Пи, да что пи? Пикассо! Пикассо, господи, ну да, я знаю, а вот это знаю, а вот это Ван Гог, да? Ну, наконец, ну хотя бы хоть что-то мы вообще понимаем в мире художества. Это да, это... Ну, слушай, красиво, ты не хотела идти сюда смотреть, ну, точнее, бабки башлять не хотела. Вот, зато Мона Лизу увидели. Не, ну это, конечно, круто, круто. Не, сейчас мы вот сюда, так, поп-поп-поп. Тире-та-та-та. Так, ух ты, какая ты красивая. Ты чё делаешь? Отойдите руками, ничего не трогать. Так ты чё, ненормальный, как полицейский же, куда ты подвыйди обратно? Обратно выйди! Вы чё такие-то? Ну дайте хоть раз в жизни на Лиску посмотреть вживую, такой шанс. Ты видела Лиску вживую? Мы с тобой в феврале в Париже были, мы видели Мона Лизу. А ты очередь вспомни, какая там была, а тут даже людей нет, можно спокойно подойти и вот посмотреть. Да, ну выйди оттуда! Все, Кать, посмотрели, надо меру знать. Все, пошли. Тем более они нас выгоняют. Смотри, на выход пишут. Все, да давай. Мы вам столько заплатили, мы должны тут еще час гулять. Давай, все, посмотрели, выходи. Да час все, гуляй. Ладно. Все, пришли в город, посмотрели на крутые картины, своровали пару красителей, можно валить отсюда. Давай купим ее, а я хочу эту картину. Ты чё, вообще башкой стукнулась в своем старом осколе? Это же Мона Лиза! Ей цены нет, она бесценна! Ни за какие бабки ее, Кать, не купишь! А, то есть она бесплатная? Ну тогда давай просто так ее пойдем заберем. Ну я хочу, чтобы она у нас где-нибудь висела, она такая красивая! Я вообще обожаю картины, я люблю рисовать! Слушай, ладно, иди сюда, подойди сюда, быстро! Я знала, что ты со мной... Ну хотя бы в этот раз не меня взорви, а Катю взорви! Господин полицейский, это же самый безопасный город в этом городе, да? Тогда уберите крипер! Браво, молодец! Чем вы только полисмены занимаетесь, я в душе не чаю, честное слово. Так, Кать, подойди сюда ко мне, вот сюда. Да, я говорю, я знала, что ты со мной будешь заодно. Ну слушай... Если ты ее так сильно хочешь, купить мы ее 100% не сможем. Но учитывая, какие здесь охранники, ну вот они даже не охраняют, они просто ходят по городу. Бездельники, может мы это самое зайдем и вот это... То есть ты хочешь ее вот так вот... И все, да? Не-не-не, мы зайдем, когда никто не будет видеть, и мы с тобой такие... А, ну в смысле, вот так, да? Вот так.
А, все, я поняла, ну все, давай, ну так все, пойдем, я готова прямо сейчас это действовать, пойдем. Ты подожди, иди сюда. Мы же с тобой холсты нашли, мы же с тобой палитру нашли, и я тебе по секрету не сказал то, что, ну, я как бы... Да, я нашел фиолетовые красители, только не ругайся. Так а что ж ты... О, зачем ты молчал? Ну, надо такие вещи сразу говорить. Ну, чтобы они не заметили и не спалили нас, я нарисую подделку, а настоящую мы заберем себе. Может, проще украсть и ничего не рисовать? Ты же не сможешь такую же Монолизу нарисовать. Да не, нормальный план. Я нарисую точную копию, и мы повесим ее вместо настоящей Монолизы, а эту заберем себе. Это идеальный план. Мы должны действовать именно так. Все, давай, никаких вообще возражений не принимается. Ну тогда пошли где-то сейчас спрячемся, дождемся ночи, и когда все эти охранники вырубятся, мы пойдем и... эту картину. Пошли. Я предлагаю на эту тусовку художникам забежать домой. Кстати, можно, да. Где она была? В этом доме? Да, вот в этом. Давай сюда. Да, все, пойдем. Так, здесь мы мазанем вот таким коричневым. Так, тут зеленый, тут нужно смешать, чтобы оттенок получился нужный. Так, говорят, что он губы Монолизе 12 лет рисовал. Но у меня 12 лет на это нет, поэтому как-нибудь сейчас вот так изобразим их. И, в принципе... О, мне кажется, сойдет. Все. Ты уверена, что 100% получится? Ну, копия никогда не может быть на 100%, да? Ну, 99, давай так. Ладно, все, давай тогда потопали. Вроде на дворе у нас глубокая темная ночь, а времени очень мало. Тогда свой вот этот шедевр картину бери и потопали. Слушай, это... А в дом-то мы как проберемся? И камеры! Кстати, а камеры... Тихо. Так, сейчас они так низко не видят. Я предлагаю разбить стекло где-нибудь и пробраться незаметно. Ладно, пойдем, да разбивать мы ничего не будем. Может, мы просто поищем какое-то окно, которое уже открытое, и туда в него зайдем, а? Оно же что ли реально открыто, же не проветривают? Так да крашка откуда потрескается. Да, тут же вот это, смотри, тут же везде заборы на этих стеках, железные прутья. Как ты хочешь, чтобы мы внутрь-то зашли? Я не знаю, ну ломай, но у тебя же сила есть, ты же мальчик. Иди сюда за мной, сейчас, подожди, вот это сломаем, вот сюда заходи хотя бы. Так. Вот, я ж тебе горел, смотри. Так, ну все, отлично. Так, давай, аккуратно. Заходи, это же черный вход не так хорошо проверяется, как все остальные. Так, а кстати, розовые красители, мы даже здесь ничего не проверили. Все, давай. Но они уже не нужны мне. Камеры! Тихо, ты ломай, пока я тут постою. Я ломаю, все, давай, у нас времени мало, иди, давай, делай замену. Так, давай, ты помоги мне сломать ограду эту полностью. Ломай картину, забирай ее к себе, я новую вешаю. Ты иди вешай новую картину, я пока камеры все уберу и буду стоять на шухере, чтобы нас никто не спалил. Давай, вот, мало, и ставь новую, давай, быстро. Так, все это вешаем куда-то вот сюда. Все, отлично, картина у меня, валим отсюда, давай. Ты же сказала, то, что они будут похожи на 99%. Ну, может быть, на 95%. Я давно не рисовала просто. Все, давай, у нас времени мало. Все, картину бери, валим отсюда так быстро, как только... Ты это слышишь? Походу, нас спалили, бежим! Через тот же вход, через который мы пришли! Давай, быстро выходи, быстро! Выйди ты уже, господи, всего! Так, сюда, в эту сторону валим! Сейчас же... Ты где? Сейчас, да вдруг сзади тебя, слепошарая! А, все, вижу! Господи, сейчас же все эти полицейские проснутся и сюда придут быстро к нам! Так, через кусты пробираемся куда-то вот сюда, без разницы, все, и мы с тобой за городом, быстро давай! Да блин, пытаюсь я, подожди, у меня картина тяжелая. Валим быстрее, пока нас полицейские не повязали, быстрее! Так, в эту сторону, сюда в лес давай, вот сюда давай, не отставай! Марина? Тут Маринка. Слушай, в следующий раз с ней там девичьи свои проблемы обсудишь. Давай в лес свалим прямо сейчас. Да погоди ты. Может это, мы погорячились, она же сейчас повяжет реально. Ты хочешь остатки своих дней в тюрьме провести, а? Давай Маринке картину продадим, а? Слушай, Маринка,
Тимона Лиза не нужна. Она, конечно, не такая красивая, как ты, но это подлинная картина из самого Парижа привезли. Мы только что ее свистнули, а? Маринка! Давай, ты ее к себе повесишь там в свой домик ведьминский, а? Она тебе отлично подойдет по дизайну. Давай мы ее тебе продадим и дальше по своим делам пойдем, ага? Давай, соглашайся, че ты ломаешься? Выкидывай картину, давай быстро! О, все, смотри! Давай! О-хо-хо! Нифига себе! Стак изумрудов и стак алмазов. Ну ты, Маринка, конечно, ценитель искусства. Все, давай, хорошо было с тобой повидаться. Все, давай повесишь куда-то на стенку. Все, Маринка, давай, давай, пока-пока. Все, мы не при дел, мы не при делах, мы не при... Проснулись-то, проснулись, утро наступило, проснулись-то. О, Маринка, как же так? Вот это проблема вообще встряла ты, конечно. Слушай, так они же сейчас Маринку повяжут и в тюрьму ее посадят. Мы что ее так подставили-то, а? Так это же самое, мы знали, что ли? Ну мы просто продали ей картину, она сама купила. Чё мы-то? Ну, в принципе, тоже верно. Так, стак изумрудов есть? Стак алмазов есть? Вот! А ты на меня гнала, когда я вот этому полицмену взятку дал. Вот! В итоге мы ещё с тобой, получается, заработали на этом. Ну, мы, конечно, с тобой провернули дела-делишки. Сейчас купимся горячую путевку куда-то на отдых, поедем там, допустим, вот в старый Оскол поедем, а, в реальной жизни. Нет, спасибо, я не понятно, почему ты хочешь туда поехать. Понятно, понятно, пока.